Добрый день! Предлагаю посмотреть лот Mix Casual Канада. Подробности смотрите в ссылке под описанием. И сейчас на этот лот действует скидка 15%. Начнем мы с джинсов. Это джинсы Канда, 34 размер и 32 длина. Джинсы, ну такие легкие достаточно. Мужские, по-моему, джинсы. Так, здесь у нас маечка, очень красивая в пайеточках майка. Это размер S сзади просто, то есть без пайеточек. По-моему, S-ка. Джемпер, очень классный джемпер. Это Guess Los Angeles. Размерчик M. M-очка. Очень она такая нить классная, мягкая, приятная. Эко-кожа. Куртка Вилла S-размер на подкладе. Трикотажная юбка Амису Евро-40 размер. Здесь итальянская блузка Антонелло Серио. Вот, гипюр с подкладом. И это размерчик. Так, сейчас скажу. Наверное, это эмочка тоже. ML даже. Вот. Удлиненная немножко. 38 размер, штапельная. Рубашечка, короткий рукав, внизу на резинке. 40 размер юбка, fit джинс, джинсовая юбочка, плотная очень, коротенькая. Здесь платье S размер, гипюр на подкладе. И здесь такой, ну, похоже на шифон, но очень плотный материал. Чибо футболка Евро 36-38, хлопочек. Дальше прекрасное платье Диди. Это М размер. Сарафан. Как спортивный трикотаж, такой тяжеленький достаточно материал. И он коротенький. Адидас футболка S размер. Хлопок. Плотная очень. H&M. Это М-ка, футболочка, очень легкий такой хлопочек. S. Oliver, юбка М размер. Так. 30, даже 38-й вот так. Есть этикеточка. Платье тоже спортивный трикотаж. Очень красивое. Здесь декольте, посмотрите. Шикарная, как с воротничком немножко. Длинный рукав. И это SM размерчик по фигуре. Очень красиво. Тоже итальянское платьишко. 46 размер футболка. Хлопок плотный. Юбка H&M M. Как трикотажная юбочка. Ниже колена длина. Футболка. Хлопок. И это у нас американская футболочка. XL размер заявлен, но я думаю, что здесь, ну, M, наверное, L максимум. Так. Маечка S размер. Такая пижамная майка с гипюром. Тоненькие бретельки. Шорты на 176 рост, без подклада. Здесь платье M размерчик, тоже с рукавчиком. Очень классное тянется, но плотное при этом. Nike M размерчик, шорты. Внутри подклад. Тут как плавки. Танковка L-ка заявлена.
42 размер. Это бриджи с начесом. Окей. Здесь Rainbow 40-42 размерчик, танковочка, рукав немного летучая мышь и 3 четверти хлопок. 42 размер джинсовые шорты, здесь элька, тоже заявленная рубашка. Здесь не хлопок, что-то такой прохладный материал. Шорты очень яркие, летние. Бэкслейс называется. И размерчик 40. Здесь резервит эска. Такой как джемпер, плотненький. Шорты 40 размер. Гладкий материал, спортивный. 50 размер, это тоже бэкслейс, ветровка, ветровочка как бомбер. Шикарные шорты, так, Glorious Gangsta, вот, S размерчик, внутри петелька и здесь еще бархатный рисунок. XL размер, танковочка, хлопок. Здесь брюки эска, тоже очень классные брючки, высокая талия. Street One 38 размер маечка, хлопок. H&M 40 размер, это платье, рукав 3 четверти, как плотный шифон материал. Футболка итальянская, тоже футболочка какая-то, это размер M, скорее всего, сзади сеточка сверху и трикотажная спинка, а спереди как под атлас, что-то такое. Здесь L размер футболочка с пайетками, хлопок. Adidas 36 размер, это как платье, наверное, футболка, либо удлиненная футболка, просто хлопковая, тоже очень такая плотная. Так, Евро 3XL заявлено здесь. Это танковка, спортивный трикотаж. Ну, скорее всего, может быть и подойдет, но, наверное, все-таки чуть поменьше размерчик. Так, Twin Set. Это M-ка. Вот такие интересные брючки со вставками трикотажными по бокам. Из эко-кожи. Так. Pink Cherry. Итальянский жакет. Под замшу. Очень классный. Без застежек. Здесь пуговицы декоративные. А леггинсы. Размер не указан. Маленький размерчик. Это леггинсы. Спортивный трикотаж. Они со штрипками. И со стрелками. Stradivarius Men. Это жакет мужской. S размерчик. Здесь брюки 34 размера от C&A, хлопок. Шифоновая рубашка 44 размер. Тоненькая, совсем прозрачная, просвечивает без подклада. Only XS размер шорты трикотажные. А здесь топ с рукавами размер S, хлопок. Очень интересная такая рубашечка. То есть это даже как, наверное, платье рубашка. Здесь вот видите, под поясочек есть петельки, и это SM размерчик. Pink Victoria Secret на 170, так, на 170 ростовку, шорты джинсовые, не обработанный низ. Объект XS размер джемпер,
такой, немножко поблескивает, без люрекса, но немножко такая, как перламутровая нить. L размер, тонковочка, хлопок. Здесь Бершка, евро 38 размер, шорты плотные. Вера Мода, М-ка, штапельный материал. XL размер, рубашка, плотный хлопок. Очень классного качества футболка, точнее, не рубашка. Здесь тоже L-очка заявлена с подплечниками. Шерстяной жакет, вот он прям даже колючий немножко, с подкладом. Вот, ну, мне кажется, что здесь, наверное, поменьше размер, чем L. Боди Флирт, евро 44-46. Шикарная маечка, очень красивая, здесь такое плетеное кружево в верхней части. А дальше хлопок. Леггинсы на 100, где-то 58-164 ростовку. Спортивный трикотаж. Street One, евро 36 размер. Джемпер, хлопок. S размерчик, это платье, тоже хлопочек, такое очень легкое, простое платье, можно как домашнее носить. Том Тейлор жакет, M размер, как, тоже фактура как вафельного материала, очень такой интересный, с подкладом, подклад хлопковый, вот. Без подплечников. Здесь брюки M размер. My Jewelry с поясом. M размер, футболка поло. Здесь тоже M-ка, рубашка. Очень тоже интересный материал. Здесь хлопок с чем-то в составе. 42 размер, футболочка пола, хлопок. Здесь XL заявлен. Ну, может быть, да. Это топ, спортивный трикотаж. Sensation S-ка. Это штапельный материал. И сверху шифон. Очень красивое здесь украшение бусинками. Трикотажная юбка LXL размерчик. Здесь Джина Бинотти S-ка заявлена футболка, но подойдет и на M размер. Вера Мода M-ка. Это платье трикотажное с рукавами. Здесь L-ка. Спортивный трикотаж, леггинсы. Плотные очень. Ветровка на флисе. Elevate. И это 2XL размерчик. Непродуваемая, непромокаемая ветровочка. Мужская. Прямой крой у нее. Брюки 38 размер на резинке. Хлопковые. Zara M-ка. Это вот такое как болеро, очень плотное, прям вот в рубчик, тепленькие рукава такие, шикарные. Only 34 размер, плетеное кружево плюс шифон. Топ как рубашка в рубчик, и это S размерчик. Здесь тоже S-ка, трикотажное платье. Спортивный стиль. Так, Лола Лиза, 46 размер. Штапельный материал. И плечики могут быть открыты. Очень красивая расцветочка, приятная. Элька, платье хлопковое тянется. Асус, евро 36 размер. Это тоже топ с рукавами. Вот. Такой вот интересный, тоненький очень. И здесь большие такие, как
как будто бы. Скорее всего, он обматывается, наверное, вокруг поясницы там накрест. 40-й размерчик. Это бриджи хлопок. И здесь танковочка Seven Sisters XL размер заявлен. Ну, наверное, ближе все-таки ML размерчик. Хлопковая. Adidas. Это у нас толстовочка. Внутри подклад сетка. Спорт материал. И евро 36 размер. Очень классная. Здесь блузка Элька, наверное. Но, к сожалению, размерной этикеточки нету. Но это, скорее всего, L размер с рукавчиками. Street One, евро 34 размер. Шикарный, очень яркий кардиган из велюровой нити. Очень такой классный, мягкий, приятный к телу. Томми Хилфигер, М-ка, это тоже толстовочка, женская, спортивный трикотаж, XL размер, спирит платье, хлопковая, завязка на поясе, здесь мерси, платье тоже хлопочек, очень тоненькое. Вот, на запах, на груди. И это размер где-то SM, расклешенная к низу, с поясом. Очень красивое, элегантное платье. Летнее. 40-й размер. Это штапельный материал. Рубашка. Здесь топ. Очень красивый. Это M. Скорее. А, это не топ. Извиняюсь. Это платье. Но это, скорее всего, M размерчик. Вот. Шикарный подол тоже. Здесь органза. Плюс еще что-то. Тоже платье гипюровое. Внутри есть чашечки даже в подкладе. И это S размер. Возможно, это не платье, а удлиненное. Просто как там, туника, танковочка. Платье эмочка, летние, 38 размер, это онли, шорты, хлопок с поясом, 40 размер, прекрасная тоже блузка, плотный шифон, H&M элька, тоже посмотрите, какая шикарная блузочка. С пайеточками здесь, с вышивкой, с бисером. Рукава полностью сетка. Ну и остальное сетка тоже на подкладе. Здесь юбка. И размерчик. Ну, размер, наверное, прям... Ну, это юбка, да. Юбочка. Размер где-то XL, наверное. Шорты джинсовые, XS размер, маленький размерчик, 2XL, это платье, очень классное, такое приятное на ощупь, как очень мягкое, мягкий такой материал, но плотный при этом, прямой крой, очень яркое платьишко. Здесь платье, сарафан. Как спортивный. И размерчик. Сейчас скажу точно. Скажу так. Ну, наверное, вот, это ремочка. Я говорю, Алёна делала. Вот. Не тянется. Плохо. Здесь у нас майка
размер где-то XL, 2XL. Блузка L размер. Тоже как танковочка. И материал здесь как плотный тоже, как атлас, на атлас похож. C&A. Это платье. И размерчик LXL. Вот, на пуговицах полностью. С подплечниками. И даже есть этикетка. Майка. Размер LXL. Хлопок мужская. Евро 52 размер. Здесь платьишко. Тоже от, ну, даже не атласа, а что-то типа спортивного трикотажа. И прямой крой у него. Сарафан сверху на резиночке, размерчик SM, шикарный сарафанчик. Здесь размер ML, спортивный трикотаж, футболка, L-ка, блузка DD, даже не блузка это, а платье. Извиняюсь, потому что там мне дальше не видно конец вещей. Платье, рубашка. Здесь на 158-164 ростовочку леггинсы, как термобелье, то есть это не спортивный трикотаж, это что-то вот реально термо. Термотрико. XL размер, C&A, платьишко. Короткое, хлопок. Тянется. Евро 36 размер. Шифоновая блузка с подкладом. Воротничок немножко водопадиком. Камбьё. Это леггинсы тоже. Спортивные. Плотный спортивный трикотаж. Эсмара. 42 размер. Вот. Прекрасная такая рубашечка. Материал похож на шелк. Евро 34 размер. Тоже как удлиненная танковочка. Вот. С подплечниками. И здесь, видите, металлические такие декоративные элементы на плечиках. Вот. Хлопковые. Джемпер тоненький, совсем тоненький. М размер. Это H&M. Прям просвечивает. Вот. Объемный такой немножко. Джинсовый жилет с капюшоном, и это S-ка. Капюшон отстегивается. Мужской, скорее всего, жилет. Здесь Джина Бинотти S размер. Джемпер очень похож на кашемир, прям такой мягенький. Пума M-ка, а точнее даже 38 размер. Футболка хлопок со стразами. Вот. Атмосфер. Евро 42 размер. Очень теплая юбка. Без подклада она. Only 38 размер. Плотный шифон рубашечка здесь. Дальше. Tommy Hilfiger. Элька. Хлопок, футболочка. Джинсы. Даже бриджи. От Эсмара. Это 40-й размерчик. Арсей. Очень красивая тоже блузка. Гипюровая. Рукава в гипюре. Здесь дальше на подкладе. Вырез, посмотрите, здесь какой. Очень красиво оформлен. И она с блестками. То есть это не люрекс. А блесточки, я думаю, что это S размер. H&M S-ка. Плотная-плотная футболка, внутри петелька. То есть это прям вот как толстовка, только короткий рукав. Футболка на 152-158. Хлопок. Очень тоже плотненький хлопок, хороший.
Nike, это S размер леггинсы. Здесь M-ка, футболка, хлопочек, красивая расцветка. Свитшот удлиненный, даже как платье, можно сказать, это M размер. Здесь очень красивая тоже футболочка. No comment, M размерчик. Вот, очень такая женственная и летняя. Сзади плетеное кружево тоже на спинке. Only 28 размер, 32 длина. Это джинсы. Довольно-таки тоненькие. Амису М-ка. Танковочка в рубчик, тоже с кружевом. C&A 2XL размер. Это свитшот утепленный с начесом. Ники 38 размер. Это маечка такая интересная. Здесь видите, как молния сделана, да? И сзади она тоже на молнии. Полностью еще и двойная, очень интересная. И размерчик здесь, я думаю, наверное, ну, L-ка, скорее всего. Так. Здесь у нас 34 размер и 30 длина. Джинсы прямые, это мужские джинсы. Joker Brothers. Примарк, 34 размер, маечка, хлопок, брюки XS размер, Essentials, трикотажные брючки, теплые. Так, здесь юбка, украшенная пайетками Арсей, и это М-ка. Хлопковая, без подклада. Вермода XS размера. Это платьишко. Прекрасное. Плотный шифон на подкладе. Рукавчик 3 четверти. Джинсы 32 размер, 34 длина. Тоже мужские джинсы. Комбинезон H&M 36 размера. Посмотрите, верх в пайетках полностью. Очень красиво, пришивных пайетках. И дальше идут широкие брюки. Возможно, укороченные брючки будут. Так, 28 размер. Это H&M джинсы. Тоненькие. Nike. S размер, толстовка мужская, очень классная. Плотный спортивный трикотаж. Здесь тоже спортивная у нас такая мастерка. И это M размер. Вот, сзади есть кармашек с перфорацией. Здесь Forever New, 34 размер. Рубашка тоже как плотный шифон, коротенькая рубашечка на резинке внизу, сзади. New Collection, платье тоже очень красивое, здесь без подклада получается. Вот. Ну, то есть чуть-чуть прям вот очень просвечивает. Рукав бабочкой, на поясе резинка, это все хлопок. Юбка спортивный трикотаж SM размерчик, примерно до колена длина. XL танковочка хлопковая. Дальше блузка. Блузка у нас L размера. Это шифон.
И плечики могут быть открыты, внизу резинка. Вот, очень яркая блузочка. Здесь рубашка скотчен сода эска. Плотный-плотный хлопок. Водолазка. Так, 42 размер. И это у нас Элен эксклюзив. Вот. Очень такая тепленькая. И тоже похожа на кашемировую. Возможно, что это кашемир. XL. 2XL размер. Это леггинсы. Спортивный трикотаж. Внутри очень мягкие. Как будто бы тоненький-тоненький флис. Вот, украшены металлическими стразами. Здесь M размер. Хлопок. Футболочка. Так. 40 размер рубашка. Рубашечка гипюровая. Здесь хлопковая вставка. Рукава расклешенные. То есть она тоже, ну, такая довольно прозрачная. 38 размер брюки. Хлопок. Up fashion. Петер Хан. Очень красивая. Такой красивый джемпер на кнопочках. Это, наверное, S размер. Вот, хлопковая нить. Очень красивая вязка. Шикарный просто такой джемпер. 40 размер эсприт платье. Рукавчик 3 четверти. Плотное, тепленькое платье. Levi's L размер футболка, хлопок. Здесь H&M 34 размер. Это комбинезон с джинсовый, со штанами, получается, с джинсами, не с шортиками. Объект Элька. Вот такая футболочка из очень приятного материала, без рукавов. И она удлиненная, как платьишко. Здесь разрезы внизу. М-ка. Это брючки. Стретч материал. Тоже как спортивный трикотаж, плотный. H&M L размер. Танковка. Фактурный материал, вафельный. Очень мягкий. Здесь кардиган вязаный. Крупная вязка. Очень теплый. И это ML размерчик. М размер футболка. На груди, на запах. Тоже очень классный материал. Хлопочек. Здесь трикотажная юбка. Амису 38 размер. Street One 42 размер. Это танковочка. Хлопок. Майка. Очень тоненькая маечка прям. И здесь, я думаю, наверное, SM размер. Футболочка. ML размерчик. Здесь заявлено L-ка, но я думаю, что это M размер. Хлопковая толстовка с капюшоном. Не очень толстая. 2XL размер. Рубашка. Очень классный цвет, приятный, такой нежный, короткий рукав. А здесь это как платье, верхнее, наверное. То есть оно одевается на что-то. Вот, это полностью, потому что сетка, как видите. Вот, возможно, это какой-то топ и шорты могут быть. И это, я думаю, SM размер. Вот, внизу расклешенная. Очень красивая, на самом деле, если правильно носить. Подобрать под него
велюровые брюки, спортивные S размерчик, очень красивый тоже цвет, шикарный, прям переливы эти бархатные. Маечка M-ка, здесь S размерчик, передняя часть атласная, сзади хлопок. H&M XL размер, это водолазка в рубчик, воротничок стоечка, хлопковая нить. Здесь юбка S размерчик, вот. Под замшу с подкладом. M-ка хлопковая танковочка, вот такая очень красивая тоже. Рубашка Канда, хлопочек, очень тоненькая рубашка, это ML размер. Спортивный трикотаж, футболочка, и это M размер. Так, дальше у нас рубашка идет. Арибо или Аридо, 40-й размер, хлопочек. Прекрасная блузка, похожа на шелк что-то. Это 2XL размер. А, это рубашка, кстати, наверное, мужская, возможно, пляжная. L размер здесь, тоненький джинс, и плечи могут быть открыты. Шикарный халат. Атласный, только пояса нету здесь, и это M размерчик. Джинсовые шорты, сейчас посмотрим размер, если написан. Ну это, наверное, уже ближе к XL размеру. Много всего написано. А, 34 размер. Мужские. А, и здесь у нас Zara S-ка. Это куртка под замшу с подкладом. Очень мягкая, классная курточка. Также в этом лоте еще есть некоторые аксессуары. Это вот такая бейсболка, прямой козырек. С металлическими тоже здесь стразами, а внутри вот такой шапочка. Так. На 2 года. Внутри хлопковый подклад. Боксеры мужские M размер. И вот такие вот носки высокие, утепленные. То есть они, получается, зонно утепленные, махровые внутри. Это где-то, наверное, 43-45 размер. Это весь лот. Подробности под описанием. Спасибо за внимание.